Всем привет, вы на канале Димка Шоу, и сегодня мы рассмотрим такую вот игрушку «Растущий волшебный сад». Вот такой вот цветочек, купленный в фикс прайсе, должен у нас вырасти, увеличится несколько раз. Вот такой маленький кактусик здесь нарисован, такой вот большой получается. Здесь инструкция. Поместите игрушку в емкость с прохладной водой. В течение 12 часов игрушка начнет расти. Каждый день доливайте воду по необходимости, чтобы игрушка всегда была полностью погружена в воду. Игрушка растет с каждым днем все больше и больше. Ага, то есть нам нужно, чтобы игрушка всегда была полностью погружена в воду. Давайте распакуем ее. Достанем такой вот цветочек. Нам нужно написано, чтобы цветок был полностью погружен в воду. То есть он полностью в воде должен быть или по краешку. Неизвестно. У нас вот есть здесь цветок, в общем. Инструкция. Я подготовил воду, давайте нальем немножко и посмотрим, так ли это или нет. Ну, вода полностью я налил, но она не касается даже цветочка. Получается, нам нужно переложить эту другую емкость, чтобы цветочек был полностью в воде. Сейчас принесу емкость. Итак, я вот принес мисочку, у нас вот такая вот, и давайте мы пересадим вот сюда вот в эту мисочку. Прием сначала воды, погрузим его и зальем оставшейся водой. Нам нужно еще немного воды сейчас. Так вот, мы сейчас дольем еще немного воды, вот я принес. Оп, и все. У нас получается весь цветок погружен в воду. И будем ждать, пока он вырастет. Написано, через 12 часов игрушка начнет расти. Ну что ж, подождем, посмотрим. Через 12 часов я включу видео и посмотрим, выросла она или нет. Вот запомните, какое у нас сейчас состояние такое вот. Маленькая такая вот. А, вот так вот. Два пальца можно вот хватить где-то. Так вот она выглядит. Вода холодная. Как и написано в инструкции, что нужно холодную воду. Вот такой цветочек получается у нас. Ну, подождем 12 часов и посмотрим, действительно вырастет или нет. Так у нас уже прошло где-то минут 20, наверное, и цветочек, я вам скажу, уже начал действовать. Он начал расти, он стал скользким таким, противным таким вот стал. Покрылся, короче, скользкой оболочкой. Противное такое ощущение, какая-то скользь. Ну что ж, давайте дальше наблюдать за ним.
кошел, и у нас прошло несколько дней, и у нас вырос цветок. Вот такой вот он огромный уже. Он простоял у нас в воде эти все дни, и достаточно так значительно вырос. Так, сейчас покажу вам. Вот такой вот цветок у нас получился. Громадный. Был такой вот маленький, вот как вот эта серединка у нас он был. А сейчас он увеличился в 2 или в 3 раза даже. Я прикреплю фотки, какие он был и каким вот он стал. Вот такой вот у нас цветок получается. Такой огромный, толстенький весь. Ну, он все тается, не удерживает своей массы. Это был очень цветочек. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока.